Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас на этом коротеньком видео мы сделаем инъекцию интровита, витаминов свиноматки. Свиноматка у нас кормящая, но она очень сильно потеряла в весе из-за того, что кормила поросяток. Поросят было много, она перватка. И поэтому мы сейчас для того, чтобы поддержать ее, сделаем ей укольчик интровита. Интровит – это комплекс витаминов. Я уже рассказывал на предыдущем видео о них. До 14 штук там входит в состав. Соответственно, ну как бы полный набор, который позволит нашей свинке улучшить ее метаболизм, усилит ее иммунитет. И полностью она как бы почувствует себя заново рожден. Мы в этом ей сейчас поможем. Единственное, конечно, витамин очень жирный, и поэтому его, чтобы запхать в шприц, это будет сложно. Поэтому мы попробуем зафиксировать его. Да. Все нормально. Тяни, тяни, нормально. Все, отпускай. 10 кубов витамина мы ввели. И теперь у свинки начнется новая жизнь. Не смотрите, что она там как-то... Да, ей, конечно, все это не нравится. Но для ее здоровья это очень полезно. Зафиксировать сложно, даже такую худую. Лучше вот так на пысок накинули, и все нормально. Препарат начнет действовать. Препарат лучше использовать несколько раз подряд, серии, так скажем, пробомбить ее организм. Он используется через 7-10 дней. То есть на следующую неделю, ну может через 10 дней, как по времени там будет, будет возможность. Мы сегодня у нас четверг, да? Среда. Среда. Ну вот, на следующие выходные мы повторим укол. До этого времени уже будет, ну, эффект будет виден. И аппетит появится. Ну, как бы положительный эффект будет на лицо сразу практически. Поэтому не пожалейте там этих 200 гривен, 250 на покупку препарата. Он того стоит. Тем более он полежит. Вот у нас свиноматок много, постоянно поросята, все это можно колоть, ну как бы не пропадет. Цена миллилитра получается там буквально, если 100 миллилитров 240 гривен, то 2,40 стоит 1 миллилитр. Соответственно, вы понимаете, что это недорого, оно вроде кажется, что много сразу. Ну про то, укол поросятам 1-2 миллилитра, взрослые свинки 10 миллилитров. В принципе, ничего сложного нету. Заломали, укололи, и все нормально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. А теперь давайте решать.